Добрый день! С вами снова новости из Англии, Мариади Ньюс. В Великобритании по-прежнему локдаун, однако ситуация постепенно улучшается. Английские школы, которые сейчас до сих пор на дистанционном обучении, намерены открыть свои двери 8 марта. Да, в этот понедельник, в Международный женский день. Разрешена будет работа секций, кружков, клубов по интересам и так далее. При этом ученикам придется дважды в неделю проходить экспресс-тесты на коронавирус. Младшеклассникам эти тесты делать не нужно. Считается, что заболеваемость в этом возрасте очень низкая, и риск распространения инфекции минимален. Конечно, будут введены дополнительные меры безопасности. Например, школам рекомендуется улучшить вентиляцию. На уроках будут продолжать использоваться маски. По статистике, положительные результаты выявляются у 1,2% учащихся средних школ и у 1,6% у учителей. С 15 марта вернутся в классы все школьники Шотландии. Здесь с 22 февраля школу посещают малыши 4-7 лет и некоторые ученики средней школы. Самые юные ученики Уэльса тоже вернулись в классы 22 февраля. После 12 марта ожидается смягчение правил и для остальных. Ученики 7 и 9 года обучения смогут заниматься в школе. Возможно, их ждет неполный рабочий день. Всеобщего возвращения за парты не ожидается до Пасхи. В Северной Ирландии некоторые ученики начальной школы начнут занятия тоже 8 марта. А 22 марта за ними последуют ученики 12 и 14 классов. Выпускные экзамены в этом году пройдут в непривычном формате. Оценивать успехи учеников будут сами учителя. Классические GCSE, A-Level и другие экзамены проводиться не будут. А вот летние каникулы могут быть насыщенными. В школах постараются скомпенсировать месяцы без живого общения, предлагая ребятам интересные программы, наполненные спортом, творчеством, командным духом. Открытие школ тесно связано со смягчением других правил локдауна, поэтому эксперты и политики очень осторожны при определении дат. О дорожной карте по смягчению этих правил мы расскажем вам в следующем новостном выпуске. А сейчас от всей компании Мариади поздравляем всех женщин с наступающим праздником.